сейчас мы идем в галерею. В галерею. Идем в галерею эволюции. Да, мы там будем смотреть крокодильчика, обезьян. Мы еще не знаем, так что пошли посмотрим. Ну да, пошли. Ой, какой он длинный. Папа, а это настоящий кость динозавра? Ну, конечно, настоящий, Ева. Ева, это даже не динозавр, это знаешь кто? Кто? Протозавр? Нет, это кит. А мы зашли и сразу подумали, что это динозавр. Какой рот у него? Куда залезешь? Папа, а там сзади закрыто. Малюсенькая. Настоящий кот. Ева. Жира. Ай, ай, ай. Мама, ай. Это был Иван. А вот левый. Это кто, Алекс или Мартин? Мартин. Это Мартин? Пойду, пойду. Али, вроде. Он может тебя покатать на своих бивнях. О, вон маленький слоненок. Мам, смотри, это мама и маленький. А вот бегемоты и носорог. Носорог. Один бегемот. Какой у него рот, смотри. Настоящий? Страшно. Я не напугалась. Не напугалась. Обезьянка, мама! Смотри! Ну, я помню, у меня такая кружка обезьянка была. Да. Он муравьев кушает. Кабанчики дикие. Маленькие. Мама, свинка с поросятами. И маленькие. Дикие кабашки. Верблюд стоит одиноко.
платить может. Папочка, мама, да. Пошли на третий этаж? Как будто в Африку попали. Только посмотри на эту огромную черепаху. Барашки. Отходы одной семьи на 4 персоны за 10 лет. Так мало. И тигр умер. Это настоящий. И тигр сдох. Ева. Ну какая обезьянка грустная, Ева. Громадный лось. Да. Не достает. О, волки за лосем гонятся. Хотят догнать его и съесть. Как они еще подсъедят, если он такой большой, а они такие маленькие? Таких много, волки охотятся стаями. Это антилопа. Лягушки. Ква-ква-ква. А что у кенгуренка в кармане? Ева. Кенгур. Животики. Ребенка носит. Маленький. Вау. Привет. Привет. Ку-ку. Что?
Какой мальчик с игривой. Мы возле Нотр-Дама. Ну вот и все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пока!